А на этой Q5, кстати, это уже новый кузов FY, мы здесь делаем раздвоение с управляемым звуком. Это означает, что будет тихий режим, будет громкий режим. И, конечно же, ставим сюда, очень органично вписались такие овальные двойные насадки. И причем заметьте, то, что мы их сделали не просто вот как большинство, да, режут бампер, все кромсают до конца. Нет, мы сделали под них отверстие. Это все технологично, аккуратно встало в бампер автомобиля. Вот так это выглядит. Помимо этого, теперь можно управлять звуком с помощью пульта. Давай, я плачу. Ну не кайф. Немец теперь обрел тот самый благородный, истинный звук, который нужен на такой машине. 2 литра турбо Audi. Давайте послушаем. Для этого наденьте наушники. На связи Игорь из Ультравыхлопа.